Бондарук Светлана Миколаевна, мойщик, уборщик подвижного состава. Я работаю с 2003-го, 17 лет в депо. Мне эта должность нравится. Здесь спокойная чистота. Мы делаем комфорт для пассажиров. 6 вечера. Приходим, переодеваемся, все делаем, приготавливаемся к уборке. Троллейбус, все как положено. Домой уходим в 7 утра. Сбрызгиваем салон для того, чтобы не было пыли. И подметаем. Резинки, билетики, камушки, бывает все. Вытираем поручни, сидушки, чтобы было все чисто. Дезинфекцию потом будем проводить. В салоне уборка закончена, мы начинаем снаружи. Моющим средством вырисовываем. Оно все пенное. Процесс мойки окончил, машина едет на линии. Днепровские пассажиры грязнули, очень много грязи оставляют. Приходится и билетиков, и семечки, все, и пакетики, все бросают в салон. Бывают находки, сумочки, бывает такое, зонтик. Мы относим все в диспетчерской, диспетчер тогда созванивается с пассажирами. Поменялось много, конечно. Много новых машин пришли, уютных, конечно. С кондиционером отличные. Пожелание пассажирам не мусорить, пускай чистоту соблюдают, и нам будет приятно.